Всем привет, дорогие зрители, с вами канал Недвижимость Турции, Paradise Alanya. Я сейчас нахожусь в районе Тосма, в одном из хороших комплексов этого района. Проект этот был сдан в 2009 году. И здесь продается двухуровневая квартира, а также у меня есть некоторые варианты тут, 2 плюс 1. Тут нету 1 плюс 1, только вот эти квартиры 2 плюс 1 и двухуровневые. Огромная территория, как вы видите, теннисный корт, баскетбольная площадка. Айда 360 лир. Состоит из 5 блоков, 3 бассейна. Также есть тут водопады, но там водопад сломался. Его будут чинить, кажется. В следующем году соберут деньги. Недавно новый бассейн уже запустили. Его реставрировали полностью с горками. Итак, 3 бассейна. 2 запустили. Один отдыхает, загорает. Вот. Тут есть сауна, хамам, который не работает. Не хотят жители больше платить айдат. Но есть теннисный стол там. Вот этот бассейн отдыхает. Есть 3 генератора. Здесь закрыли. Там большой бассейн, который я вам покажу с квартиры. Не хочу туда подниматься. Вот тут бассейн, этот водопад сломался. Там беседки наверху. Тут санузел. Вот новый бассейн, который запустили с горочкой. Итак, кого интересуют какие-нибудь другие варианты, 1 плюс 1, они в открытых районах уже редкие, потому что сразу скупают. ВНЖ вы можете получить, купив квартиру. Вчера был в миграционной службе, поговорил с руководителем. И он сказал, по туристической визе с каждым днем сокращаются. По аренде, ну, все смотрит по положению семейному, ребенку учится, не учится. Но сказал, купите недвижимость, и вы с легкостью получите вид на жительство в открытых районах. Открытые районы Алания – это район Тосмур, Оба, Гюлер-Панары, Джумурет, центр города. От Алании вдалеке это Демиртаж и Казипаша. Вот так, квартира находится в одном из этих блоков. Рядом есть сеть магазинов А101 и ШОК. Если так спуститесь вниз, там по четвергам рынок. До рынка 450-500 метров. Отсюда до моря максимум 980 километров, 1050 метров. Все зависит от дороги, как вы пойдете. Вот так или вот так. Все от вас зависит. И до речки Дима отсюда 500 метров, так спускаться нужно. Короче, вы меня, видите мои глаза, меня, и все, позвоните мне и купите квартиру. Эту или другую какую-нибудь, я вам найду тот пирожочек, который вы ищете. Цены в открытом районе можно найти за 115-120, но будет вдалеке от моря. Но в ВНЖ по той квартире можете получить. Там экспертная оценка должна быть выше 75 тысяч долларов, а не кадастровая, как все со мной спорят. И в конце я побеждаю всех. Если что, звоните 157, узнавайте всю информацию. Пауза. О, внизу у нас открытая парковка. Также под зданием есть открытая парковка. Если найдете место, можете остановить. Вход. Три входа, это один из первых входов. Вот видите, открытая парковка. Там парк, детский парк. Есть сеть магазинов А101. Прямо зашли туда, купили мороженое, облизнули и уснули. И отсюда прямо сеть магазинов ШОК. Также есть маленькие маркеты. Вот. Вот по тем зданиям. Вот он. Сеть магазинов ШОК. Так. Там речка Дим. Уклона здесь большого нету, маленький уклон, прямо выходите, песчаный пляж, подземные переходы района Тосмо. Вот сеть магазинов А101, я заморожена, пойду облизну и проснусь, не усну, а проснусь. А так, как тут прохладно, ой, вот такой большой магазинчик. Минимальную зарплату вчера подняли. 11402 лиры минимальная зарплата. На 34% подняли минимальную зарплату Турции, дорогие зрители.
Ну, я хотел вам квартиру показать, мясо покажу. Цены какие здесь. Вот. Полкило, 400 грамм, 103 лиры. Это фарш вот такой. Давайте я вам еще ближе покажу. Что там до нас, сатыр кёфте, вот такой кёфте, вот этот, котлеты, 199 лир. Такие вот внутренности, этот желудочник, пилич, ташлык называть, 54 лира, ну и тому подобное. Все, не буду томить вас, ставим лайк, пишем комментарий, подписываемся на наш канал. Вы еще не подписались? Вот, мне надо проснуться, а то жара, спать хочется. Вот квартира, когда я вошел. Значит, здесь вся полезная площадь нетто 220-230 квадратных метров. Так, здесь у нас первая спальня. Кондиционер фирмы Sigma. Отсюда кусочек моря видно. Террасы красивые, вид красивый. Видят горы. Санузел. Как кладовочка, дополнительное место. Так. Холодильник. Бытовая техника вся фирма Bosch. Балкон у нас можно застеклить, видите, террасы как они сделали, красота. Так, здесь вид на море, глазами все я вижу вот так, крепость Алании, с террасы более красивый вид, чем здесь. Детский игровой парк, видит горы. Квартира под ключ. Заезжай и живи. Второй балкон. Не буду выходить. Отсюда все видно. Море глазами видно. Так. Еще ближе. Вот так видно море. Спальня как минимум здесь 15 квадратных метров. Поднимемся наверх. У дуплексов, кажется, 500 лир айдат, не 360, так как двухэтажно. Наверху одна спальня. Хозяйская. Вот такая большая. Здесь только где-то 25 квадратных метров вместе с санузлом. Я квадратный метр говорю вместе с террасой и вместе с балконами. Ой, какая красота. Ой, как хорошо тут. Вот глазами я вижу крепость Алании так, море так, горы тоже видно так. Вот. Ох, какая большая терраса. Солнечная батарея на крыше. Можно тоже так что-то придумать. Маркиз вот так сделать. Автомат. Пульт нажимаешь, зиг-зиг-зиг, закрывается. Бассейн даже есть. Маленький, надувной. Дорогие зрители, цена этой квартиры 282 200 евро. Звоните мне и покупайте эту квартиру. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасис, Солнечной Алании, район Тосмо. Квартира подходит под ВНЖ.
Пока-пока. Лайк, подписка, комментарий.